Памятные подарки ветеранам Великой Отечественной войны доставляют на дом. За несколько дней до праздника сотрудники социального обслуживания населения республики приходят в гости к участникам войны и труженикам тыла. Благодаря вам сегодня под знаменем Победы мы имеем возможность строить будущее родного края и всей страны. В Чебоксарах проживают около 1900 ветеранов войны, из них 143 фронтовика. Мы на сегодняшний день практически всех, до всех дошли. Остались у нас единицы, которые в данный момент по состоянию здоровья пока нас не могут принять. Но мы и с ними держим связь. Анна Титовна – одна из тех, кому социальный работник пришла в гости. Несмотря на почтенный возраст – 98 лет, воспоминания о Великой Отечественной войне до сих пор свежи в ее памяти. Не забуду никогда, когда ехали из Москвы, Калининская область, поселок Марьево надо было нам. На Марьево-то железной дороги нет, там на машине, пешком, да, добрались, в общем. Вот тогда у нас очень длинный эшелон был. Там двигались конные армии тоже, танки. Вот нас обнаружил это немецкий самолет. Обнаружил, и никак это не можем ехать. Вот разбомбили, все, перестали мы это, все разбежались, сутки строили эту дорогу. Несмотря на такую трудную юность, Анна Титовна считает себя счастливой женщиной. После войны она вышла замуж, воспитала 5 детей, 9 внуков и 12 правнуков. Инесса Потапова, Павел Иритков, Республика.